Сегодня мне хотелось бы поздравить Институт развития бизнеса и стратегий с творческим и профессиональным совершеннолетием. 23 года – это на самом деле достаточно серьезный и большой срок, который, с моей точки зрения, наполнен реальными практическими результатами. Я хотел бы пожелать этому вузу долголетия, творческих успехов, того драйва, который дает руководство этого вуза и сам институт, тем студентам и обучающимся практическим специалистам из различных сфер. И хотел бы, чтобы развитие этого вуза охватило реальный практический сектор с точки зрения обучения менеджеров и компаний, которые хотят развиваться в рыночной экономике. У нас очень большой потенциал в Саратовском регионе, и есть реальный практический вуз, который настроен на увеличение эффективности бизнеса. Именно таким вузом является Институт развития бизнеса и стратегий.